Здоровье – ценнейший ресурс человека. Важно доверять его сохранению только квалифицированным специалистам. Медицинский центр «Целитель» создан по принципу единой комплексной системы, обеспечивающей диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний. В штате медцентра более 70 врачей, пятеро из которых – кандидаты медицинских наук. Но для точной постановки диагноза не было важно и техническое оснащение клиники. В апреле 2021 года в микрорайоне Ивановские дворики открылся второй корпус медицинского центра «Целитель». В современном двухэтажном здании установлено оборудование, отвечающее всем современным требованиям. В кабинете отоларинголога установка КАМЭТ. Лор-комбайн обеспечивает специалистов всем необходимым инструментарием, повышает степень эффективности функционирования кабинета, а значит и скорость выздоровления пациента. Новейшая ультразвуковая система цифровой диагностики премиум-класса японской фирмы Canon обеспечивает широкий диапазон клинических исследований, включая не только исследования абдоминальной области, малых органов, но также акушерские, гинекологические и сердечно-сосудистые исследования. Функции данного аппарата более расширены, нежели обычного, стандартного УЗИ-аппарата. То есть здесь есть эластография, есть доплеровские все шкалы сосудистой программы, гинекологические, кардиальные, транскраниальные. То есть здесь есть все. Высокое качество изображений помогает специалистам ультразвуковой диагностики проводить уникальные исследования. Мы визуализируем минимальные самые объемы опухолей от 2-3 мм, естественно, больше объема на самых ранних стадиях. А чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз лечения. Для обследования маленьких пациентов используется еще один современный аппарат фирмы Toshiba. Эта ультразвуковая система выводит работу специалистов на новый уровень и, главное, дает уверенность в четкой постановке диагноза. Тщательный осмотр обязательно проводится в новом центре лучшими детскими врачами Серпухова. На страже здоровья кишечника стоит кабинет гастроскопии и колоноскопии. В новом медцентре «Целитель» обследование ЖКТ можно сделать на новейшем оборудовании – видеопроцессоре фирмы Pentax. Аппарат формирует HD-изображение передового уровня, что помогает в обнаружении эпителиальных изменений. Кабинет врача-акушера-гинеколога укомплектован стационарной системой от передового японского производителя Toshiba. Благодаря высокой скорости работы есть возможность реализовывать большее количество исследований за один день. Аппараты последнего поколения, конечно, отличаются высокой точностью исследования, качеством изображения, качеством картинки, разнообразием датчиков. Конечно, это нам нужно для постановки диагноза, для точного диагноза, для дифференциальной диагностики между разными диагнозами. И вот эти аппараты, конечно, новые, нового уровня, они нам помогают разобраться, найти истину. Чем быстрее и точнее мы поставим диагноз, тем быстрее мы приступим к лечению, тем более эффективным будет лечение. Рядом современный высокоточный колькоскоп с высоким разрешением. Он позволяет рассмотреть область исследования в мельчайших подробностях, увидеть глубину поражения тканей и ширину распространения новообразований. Позволяет проводить инвазивные методики более четко, в границах нужной зоны. Также в кабинете гинеколога теперь можно решить проблему эстетической гинекологии. В новом корпусе медицинского центра «Целитель» есть собственная лаборатория. Главная ее задача – проведение широкого спектра лабораторных исследований по мировым стандартам качества, предоставление результатов в максимально короткие сроки и индивидуальный подход в обслуживании клиентов. Медицинский центр «Целитель» предлагает прежде всего комфорт и заботу о пациентах. Наш адрес – улица Юбилейная, дом 6А. Телефон 380404, код города 4967, а также 8-977-684-4041. И, конечно, специалистам нового центра можно записаться онлайн на сайте целителя medifiscelitel.ru.